Тэнк добрался до Твери. 11 апреля в Боровлёво открылся официальный дилерский центр этого бренда. Тэнк впервые был представлен концерном Great Wall Motors в 2021 году. Летом прошлого года бренд начал свое международное развитие, и первые внедорожники добрались до России. Теперь эти автомобили доступны и жителям Тверской области. Единственным представителем Тэнк в нашем регионе стала компания «Автопремиум». Тэнк – это рамные внедорожники премиум-класса, которые не оставят равнодушными ни одного автомобилиста. Они притягивают к себе взгляды как на городских улицах, так и за пределами мегаполисов. Именно поэтому всего за год марка заслужила такую ошеломительную популярность в России. Сегодня на нашем рынке представлены две модели бренда – Тэнк 300 и Тэнк 500. Подробно о них на пресс-конференции по случаю открытия дилерского центра рассказали директор бренда Тэнк в России Александр Чеховский, генеральный директор дилерского центра Тэнк Автопремиум Александр Зорин и директор по продажам дилерского центра Тэнк Автопремиум Игорь Стриганов. Сегодня Тэнк – это единственные премиальные рамные внедорожники, официально поставляемые в Россию. И для наших дорог они проходят очень серьезную адаптацию. Это двусторонняя оцинковка кузова, который выдержит любые зимние соли и реагенты. Это обогрев форсунок стеклоомывателя, омыватель камер, обогрев ветрового стекла. Но на одной железной составляющей адаптация русской версии Тэнк не ограничивается. Наверное, без ложной скромности скажем, что мы одни из самых внимательных производителей к российским условиям. И на базе Тэнка 300 было изменено порядка где-то 60 либо 70 элементов автомобиля для того, чтобы привести его в Российскую Федерацию. Конечно же, основное изменение – это климатические изменения, плюс условия эксплуатации с точки зрения коррозии кузова. Но при этом, как в автомобиле, их можно разделить на железную составляющую и программную составляющую. И программное обеспечение на автомобиле, оно продолжает обновляться. То есть мы говорим не то, что мы закончили адаптацию, мы продолжаем обновлять. И изменение программного обеспечения на самом деле сейчас играет такую же роль, как изменение физических элементов автомобиля. Уже в базовых версиях внедорожники Тэнк оснащаются системами кругового обзора, активным круиз-контролем, автоматическим управлением дальним светом, системами распознавания дорожных знаков и предупреждения о выходе из полосы движения с функцией возврата удержания. В более дорогих комплектациях доступны системы помощи при выезде с парковки задним ходом, система умного уклонения и система предотвращения столкновения при проезде перекрестка. Искусственный интеллект автомобиля может распознавать пешеходов и велосипедистов на дороге, предотвращая ДТП с их участием. В автомобиле очень богатая базовая комплектация, то есть, например, если рассматривать даже версию Adventure, то есть вы уже получаете изначально электрорегулировки сидений, климат-контроль, мультимедиа-систему, систему кругового обзора, и это уже базовая комплектация. Тэнк – это не просто рамный внедорожник, а настоящий гаджет на колесах. Обе модели поддерживают сервисы Тэнк Connection с функциями дистанционного управления и мониторинга автомобиля. Благодаря этим сервисам у водителя есть возможность с помощью смартфона дистанционно через мобильное приложение Тэнк управлять функциями автомобиля и осуществлять мониторинг различных параметров. Например, управлять климат-контролем, вентиляцией и подогревом сидений, закрытием люка и окон, обогревами рулевого колеса, заднего и ветрового стекол. Машину можно дистанционно завести и заглушить, а также разблокировать или заблокировать двери, просто используя свой смартфон. Помимо этого, через приложение всегда можно проверить местоположение своего автомобиля и быстро найти его, что особенно удобно на больших городских парковках. Внедорожники Тэнк чувствуют себя комфортно как в городе, так и на бездорожье. Тэнк 300 в зависимости от комплектации может быть оснащен подключаемым полным приводом с понижающей передачей, блокировками переднего и заднего дифференциалов и интеллектуальной системы настроек, что позволяет водителю не искать дорогу, а прокладывать ее самостоятельно. Хорошую динамику внедорожника Тэнк обеспечивают мощные, но экономичные моторы. И если Тэнк 500 больше выбирают мужчины из-за его внушительных габаритов, то с Тэнк 300 другая история. Несмотря на свою брутальность, почти половина покупателей этой модели – женщины. У Тэнк 300 есть два ярких цвета. Здесь представлен красный, есть такой еще оранжевый цвет. Если посмотреть на владельцев, то там процентов 40 – это на девушке. Что для нас тоже было удивительным. Как бы этот автомобиль, он
зашел в женскую аудиторию своим необычным дизайном и как бы теми возможностями, которые автомобиль дарит, как универсальный автомобиль. Бренд «Тэнк» объединяет единомышленников, ценящих прогресс, привыкших не останавливаться там, где заканчивается протаренная дорога, и полностью меняет отношение к рамным автомобилям. Помимо премиальных внедорожников бренда «Тэнк», в автопремиум представлены еще два суббренда Great Wall Motors. Это гибридные премиальные кроссоверы «Уэй» и харизматичные электрокары «Ора». Особенность автомобилей «Уэй» заключается в сочетании изысканного дизайна и инновационных интеллектуальных решений. Электрокары «Ора» также базируются на передовой платформе, но выделяются яркой внешностью в ретро-стиле. Эта концепция позволяет ценителям утонченной классики пользоваться всеми достижениями инновационных технологий. Чтобы проверить все возможности Тэнк, Уэй и Ора лично, достаточно просто записаться на тест-драйв. Тест-драйв внедорожников Тэнк пройдет не только по городским улицам, но и по бездорожью. Сделать это можно в автосалоне Тэнк Авто Премиум по адресу Боровлева, 1, строение 4. Для этого потребуются только водительские права и около 40 минут вашего времени.